Приморска Игорь Коваль обвиняет полицейских в избиении. Об этом он заявил в интервью «Балтийск ТВ». Мужчина сообщил, что в администрации полиция проводила проверку, по его мнению, незаконную. Поэтому действия правоохранителей он решил снимать на телефон, за что и получил кулаком по лицу, добавил градоначальник. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.